Сарай агростанции загорелся в районе половины второго пополудню. Разгорался быстро и красиво, что и запечатлел из своего окна видеолюбитель Александр Утин. В тушении принимали участие команды трех пожарных частей Петрозаводска. Пожарным удалось сбить пламя, и тут выяснилось, что в другом запертом конце постройки хранятся старые залежи аммиачной селитры, которая под воздействием воды и температуры способна превратиться в сильнодействующее взрывчатое вещество. Был там воронка, вот тот склад был такой же примерно, деревянный. Там воронка в радиусе, наверное, 20 метров была такая, и глубиной метров 5, наверное. А что там взорвалось? Тоже селитра? Селитра, да, аммиачная селитра обыкновенная. Как здесь, да. К счастью, повторим, огонь до селитры добраться не успел. Ну, а причина возгорания, по мнению пожарных, очевидна. Травка. Вот видите, трава вокруг? Вот пацаны ходили, вот отсюда загорелось торца, с этой стороны. Траву-то жгете сами? Нет. Что, совсем не жгете? Нет. Иногда. Вы откуда, с Никитлю?